в самом начале я хочу попросить, сказать, если вам покажется, что я очень медленно рассказываю, если вам покажется, что, вернее, вы захотите побыстрее посмотреть распаковку по ссылке, просто нажмите на, если вы смотрите на телефоне, нажмите в углу экрана, в правом верхнем углу экрана, три точки. И выберите режим, или ускоренный, или замедленный, или, ну, обычный оставьте. И можете на ускоренном режиме просто по-быстрому посмотреть и послушать, что я говорю. Потому что бывает, я тоже иногда ставлю на ускоренный режим, чтобы, ну, побыстрее, как бы любопытство такое дело, хочется побыстрее увидеть. Вот, все, поехали, смотрим, что в посылке. Доброго времени суток всем, кто заглянул на мой канал. Давно я ничего не снимала, но вот появился повод. Новый год на носу. И у меня, и у вас тоже. Завтра уже, наверное, кто-то уже готовится, кто-то уже салатики нарезает, может быть, подготовка вовсю идет. А ко мне вот подарки прилетели. Один подарочек мне прилетел от Светланы. Канал ее связан с пиццами Светлана. Ну, мои дети не удержались. Это внуки мои. Началось с того, что с вечера мой сын сказал: мама, я хочу посмотреть. Я говорю: хорошо, только мне не показывай, что. Я потом открою и все посмотрю сама и покажу вам. Ну, он посмотрел, убрал. Сегодня днем дети, внуки, не выдержали. Ну, и я решила, думаю, это же подарок для них. Там тоже есть. Покажу им, что было. Ровно 40 секунд я пыталась удержать ситуацию в норме. Я их держала, сдерживала, чтобы они, ну, как бы, как режиссер, пыталась видео снять, и ничего мне не получилось. Подарок улетел моментально. Все было вскрыто, все было распечатано. Более того, коробочка с шоколадом была уничтожена Марией. Она любит распаковывать коробочки. Шоколадки мы спрятали. В общем, было весело. Я надеюсь, что такая распаковка... Ну, я думаю, что она была у меня первый и последний раз. И я постараюсь в следующий раз уже снимать по-другому. Ну, как получилось, так получилось. Дети получили удовольствие. Я тоже, глядя на них... Но немножечко от подарка Светланы у меня осталось. Я вам тоже покажу, что это такое. А сейчас подарок от Анны Полозняк. Аня тоже. Света подарок вчера получила. Аня сегодня. То есть вот горячие прям к Новому году. Я не сняла. Вот, потому что подарок вот лежит, уже выпадает оттуда. Я просто разрезала. И буду потихонечку оттуда доставать и показывать. А детям я потом отдам. Я знаю, что там есть и детям. Поэтому детям я потом отдам. Этот подарок я вскрою, как положено. Да? Как положено нам, блогер. Смотрим. Прям вот выпадает, вываливается. Выпадает и вываливается. Вот такая вещь. Так, это я отодвину. Сниму целлофан. Посмотрите, что это, я знаю, это для моего сына, которому уже за 30. У него уже двое своих детей. Но он хотел вот такого единорожку. Ну, мы так смотрели, думали, а Аня решила за нас, что мы все-таки должны иметь его. Вот такой красавец. Я думаю, сын будет рад. Вот он вечером придет, я обязательно сниму, он скажет слово. Красота какая. Я очень люблю игрушки, но я не могу их вязать. У меня не хватает терпения, чтобы вывязывать вот такие штучки. Вот. Вот этот рог. Ну, вот, например, вот эти весельки я бы еще повязала, да? Ну, вот это все вывязать и потом пришить. Нет, нереально. Я не могу. Но у меня есть Аня. Она все может. Вот, Аня вяжет игрушки. И она их, кстати, продает. Если кто-то, кто не знает, смотрит, то, пожалуйста, у Ани есть Инстаграм. Ссылочку я дам. И будет на ее Инстаграм ссылочка. Кстати. А, ну это потом. Хорошо.
Так, вот такие игрушки можно заказать у Ани. Я думаю, что она с удовольствием свяжет. Классный. Он большой. Он большой. Да, я сейчас сантиметр далеко. В сумочке у меня в проектной, в другой. Потом померяю, сколько. Но он большой. Классный такой. Вот. Так, пусть сидит здесь. Если усядет. Нет, ну пусть полежит тогда. Дальше. Что-то тут еще выпало. Это, да, кстати, для вас, наверное, это ерунда. Но для меня это очень-очень дорогой и хороший подарок. Вот это покрывало, это на самом деле на мою кровать, ну, я ее называю диван иногда. Вот, это такое покрывало с резиночкой, которая вот матрас окутывает, закрывает. И он не ездит вот так вот по... Ну, когда двигаешься, сползает покрывало, да? А этот не ездит, не двигается. Это мне сделала подарок моя подруга, которая живет здесь недалеко. Она мне однажды к Новому году уже шила такой подарок. Я тонко ей намекнула, что хотела бы еще один. И вот у меня еще один, на, опять еще на, раз на Новый год. Вот, я снимаю на этом покрывале. Не потому, что у меня нет... что послать, вот, чтобы было красиво. Я просто хочу показать, что мне нравится вот это покрывало. Мне нравится, что оно у меня есть. И спасибо огромное моей подруге Наташе, ее дочери Евгении. Они выбирали вот это покрывало и сшили мне такое. Ну, вот эти резиночки они сделали. Это не покупное, как бы, не заказ в магазине. Это вот самодельное. Это ручная работа. Вот, это ручная работа. Еще один подарок. Вот, получается, что Аня мне подарила ручная работа. Света мне подарила, но это я попозже покажу, тоже ручная работа. И вот этот покрывало плед, это тоже ручная работа. Так что спасибо девочкам. Я к этому Новому году прям вся в подарочках. Так, а это бык. Это уже понятно, на ключи, да? С Новым годом. Классно. Это открывается или нет? Ага, там тоже елочка. Классная такая штучка. На ключи. Придут дети, конечно, покажу и заберут у меня. Вот. Красивые бычки. Ой, пусть они нам счастье принесут. Устали мы от этих всех перипетий. Раз бычки идут, пусть принесут хорошего чего-нибудь. Что следующее? Беру то, что лежит ближе. И вот. Вот. Обожаю. Я обожаю такие баночки. Я вот просто я не знаю. Мне все нравится. Коробочки, баночки. Обожаю. У меня стоит здесь в комнате, в шкафу, персонально, вот наподобие баночки, но другая, пластиковая. Там тоже был кофе. Нет, там были витамины детские. А я туда кофе насыпала. Теперь у меня кофе в таких в шкафу. Так вот, эта баночка как раз для моей тумбочки прикроватной. Да. Почему кофе у меня возле меня? Потому что мне приносят кипяточки, я наливаю, насыпаю кофе и пью. Если я поставлю это на общую кухню, этого кофе не будет через день. И почему я должна отдавать это на общую кухню, когда это мой кофе? Макона. Не пила, конечно, такого. Анечка, спасибо большое. Я пью кофе один раз в день. И думаю, мне этого хватит надолго. Я попробую. Потом скажу, что это за красота такая. 1-2 чайные ложки кофе на чашку кипящей воды. Кипяченой воды. Кипящей тут написано воды. Так. Ага, горячий, но не кипящей воды. Вот. Читатель. Читаю я. Итак, я кладу, конечно, меньше. Я кладу половинку чайной ложки. Потому что, ну, крепко, сильно я не могу. Но этот попробую. Может быть, и чайную ложку. Посмотрим, какой он будет. Ну, я думаю, очень вкусный будет. Потому что его подарила Аня. Спасибо, Анюта. Спасибо. Кстати, чашечка под него у меня уже есть. Она такого темного цвета. Она такая красивая. Она у меня есть. Так, следующее.
Камчатка. Так, это мыло. Ага, орифлеймовское мыло. Ну, уверена, что очень хорошее, потому что орифлейма вся продукция хорошая. Это не реклама, это на самом деле так. Классно. Мыло мне тоже очень-очень нужно. Мылом я пользуюсь много раз в день. Ну, люблю мыть руки. Обожаю. Особенно таким приятным мылом. Спасибо, Аня. И мыло пойдет. Так, что дальше? Видите, я как рулетку. Что следующее? Ага, еще одно мыло. Так, не досмотрела, да? Это ягоды какие-то. Wildernes. Не знаю. А это ананасы. Видно, что это ананасы. А может быть... Да, ананасы. В общем, я не знаю, какой состав здесь, из чего это. Но это должно быть вкусно. Нанесите на кожу, вспеньте, затем смойте. Да, нам нужны рекомендации, как пользоваться мылом, мы не знаем. Но хорошо, что они так пишут, потому что кто-то и кошку в микроволновку посушить может засунуть. Так что я не знаю, что люди с мылом могут сделать. Вот. Спасибо, Анюта. Так, мои... Мое мыло никому не отдам. Что еще? Ага. Я щупаю и вот достаю коробочку. Вот это конструктор. 6+. Моему внуку как раз 6+. Ему будет 2-го. Аня, я от тебя подарю 2 числа. У него день рождения 2 числа. Я от тебя подарю 2 числа ему. Угу. Вот. Не покажу. Сегодня не покажу, а то слишком много ему удовольствия. Он у нас завален подарками всякими. Принесли ему подарок. В школе им давали подарок с шоколадками. Думаете, есть? Там было шоколадок 15. И причем вот такого размера сникерсы и баунти, и еще какие-то. Думаете, есть? За 3 дня ничего нет. Так что супер. Пусть ребенок занимается. Но я подозреваю, скорее Маша будет заниматься этим. Но это вам по секрету скажу. Вот. Буду надеяться, что Богдан. Но Маша у нас очень любит возиться с такими вот штуками. Посмотрим. Спрячу. Что еще у нас тут? В пакетике лежит еще какая-то коробочка. Так. Без опознавательных знаков. Коробочка без опознавательных знаков. Давайте откроем и посмотрим, что тут. Я крышку увидела, и я уже... Аня, девочки, Аня не прислала мне ни моточка пряжи. Но я подозревала, что она что-то такое устроит наподобие. Нет, я, конечно, не думала. Но нельзя произносить свои желания вслух. Тогда они не исполнятся. А если произнесешь, обязательно исполнится. И Дедом Морозом или Снегурочкой выступит Аня Полозняк. И она подарит то, что я хотела. То, что это кружка. Термос, да? Термокружка. В общем, это маленький такой термос, который будет держать тепло в течение нескольких часов. Это то, о чем я как-то у Ани спросила, есть ли у них в магазине. Да, у Ани есть магазин. Ну, Аня работает в этом магазине. Этот магазин не ее личный, но она там работает. И весь ассортимент она знает. Я у нее спросила, есть ли... Да, он охота и рыболовство, я так понимаю. Охота тоже, да? Я спросила, есть ли у них такие кружки. Увидела как-то обзор магазина. Спросила, есть ли такие кружки, которые хорошо держат тепло. Аня сказала, нет, сейчас нету. Сейчас я вот сюда нажимаю. Ой, я ничего не сломаю. Ух ты. Как пользоваться? Я не знаю. Я боюсь открывать. Вот. Аня сказала, нет. Оказывается, она задумала. И все-таки мне положила кружку. Нашла. Вот. И теперь мне будет... Ой, я так люблю пить горячее. Я когда наливаю чай или кофе, я не люблю холодный остывший пить. Не люблю чуть теплый пить. Вот переход от горячего, от очень горячего напитка к горячему в меру, когда можно проглотить, когда не обожжешь рот, но согреешь.
внутри себя. Вот этот момент я очень люблю, поэтому пью горячий. И, ну, это класс. Это Аня. Аня, Аня. Что тебе еще сказать? Волшебница, фея и все такое. Вот, закрыла наконец. Так. Ну и я, конечно, потом попозже попробую. Что ж это за кружка? В общем, спасибо большое, Аня. Огромное тебе спасибо. Ну, мечты сбываются, да? Вот. Еще одна мечта моя сбылась в этой жизни. Мы не ждали следующую жизнь. Прям, ну, сюрприз, не знаю. Выше крыши. Все. В пакете больше ничего нет. И кто ожидал, что будет пряжа, потому что рукодельный вязальный канал, да? Вязальный рукодельный канал. Но я попросила девочек, чтобы мне не присылали пряжу. Потому что, ну, у меня ее и так много. Мне надо эту извязать. Нет, конечно, магазин с пряжей я бы и сейчас иметь не против. Ну, вложить уже, честно говоря, девочки, некуда. Поэтому как-то вот мне этих подарков выше крыши, правда. Вот такие штучки. Это как бы бирочка, да? Вот, пожалуйста. Если что, звоните Ане, и пусть она вам свяжет шаль, палантин, плед, любые аксессуары и мягкие игрушки. Если кому-то это нужно, обращайтесь. Вот. И, как я говорила, ссылочку на Инстаграм я обязательно дам. Ой, Аня сделала мой день. И завтрашний, и, наверное, и послезавтрашний, и еще не знаю, сколько времени, но сделала. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Девочки, это был подарок от Ани. Но я немножечко расскажу, конечно, ну, как получилось, потому что подарки от Светы разлетелись в секунду. Я вам уже рассказывала. Да. Подарок от Светы улетел в секунду у моих детей. Но я успела себе, успела все-таки спрятать сумочку и кое-что, что было в сумочке. Это проектная сумочка. Как вы знаете, Света шьет проектные сумочки классные. Вот первая, она у меня побольше. Немножко, мне кажется. Мне кажется. Сейчас я ее достану и сравню, наверное. Ну вот, гулять так гулять. Так, у меня здесь искусственный свет. Сейчас я попробую его отодвинуть, чтобы не мерцало. Ну, не знаю, как получится. Гулять так гулять. Вот они, сумочки. Смотрите. Нет, они вот... Ага, на немножко где-то, немножечко, мне кажется, меньше, но совсем незначительно, нет? Ну, капельку, да? Совсем чуть-чуть. Даже это незаметно, можно сказать. Вот. Я сказала, что я сменила фон. Сменила фон, на котором положила сумочки. Так, что у меня здесь? Здесь у меня проект уже лежит. Эта сумочка была подарена мне, куплена у Ани. Ну, вот недавно буквально. И я так подумала, зимой, когда холодно, когда сыро, когда серо и мрачно иногда бывает без снега. Ну, так она радует, смотрите, совушки. Весело, да? Здорово. Хорошая сумочка, классная. А эта сумочка у меня получилась... У Светы получилась вот такая зимняя. Вот мой дом, в котором я хочу жить. Вот, может быть, когда-нибудь свой собственный. Трехэтажный. Ну, два этажа и третий под крышей. И вот такие елки. Ну, кому не хочется жить в таком доме? Вот. Это подарок Светы уже к Новому году. И вот такие две ручки. Это опять же Света знает, что я эту сумочку буду вешать, когда буду выезжать на улицу. Я буду вешать ее на коляску. А у коляски два, ну, две ручки сзади, вы знаете. Коляска для инвалидов. Вот, на ней две ручки сзади. И вот повесить, и очень даже удобно. Вот, это Света.
Так, Инстаграм, да, Света, у тебя такой. Вот. Так, Свету там зовут. И здесь на этой ручке тоже ручная работа. Еще какая ручная? Классная. Там что-то есть. Давайте посмотрим, что там есть. Замочек под цвет. Вот, смотрите, очень даже в тему под цвет. Итак, что тут есть? Вот такой шампунь для волос. Укрепление и рост. Авокадо, розмарин. Классный шампунь. Я не пробовала. Для ослабленных и секущихся волос. Но это то, что нужно. Свет, я не знаю, откуда она знает, но она знает, что мне нужно. И она мне сказала, что он без бальзама. Когда я успела произнести вслух, что мне нужен шампунь без бальзама, вот хоть убейте меня, я не знаю. А Света знает, что мне он нужен. Вот он, без бальзама. Супер. Шампунь, кстати, его можно же понюхать. Ладно, не буду открывать. Потом. Эта конструкция мне неизвестна, поэтому не буду. Так, что? Крем. Крем для рук, питательный крем. Опять же, авокадо и орегано. Вот это да. Кремов для рук, так же, как и мылом, я пользуюсь много раз в день. А кремом, наверное, намного чаще. Все знают, что мы, кто вяжет, пользуемся часто кремом, потому что руки сохнут и, ну, очень даже. У меня даже трескаться начали. Но это уже возрастное, наверное. Вот, поэтому очень даже нужная штучка и очень даже удобная упаковочка. Спасибо большое, Светочка. Вот, вот такой крем. И вот такой шампунь. Класс. Дальше. Ой, а тут у меня... Сейчас я вам покажу. Это Мария открыла шоколадки. Я уж не буду показывать, во что превратилась упаковка от шоколада. Вот покажу вам, что с шоколадом. Вот. Так, я буду внутри открытку показать. Вот такая классная открыточка. И здесь, смотрите, деревня в снегу. Даже купол церкви есть. Ну, в общем... Света сказала, что похоже на Бобровку. Действительно, очень-очень похоже, потому что, когда я видела видео про снег у Светы, ой, это было нечто. И когда он лежал вот так же на дереве, ну, в общем, такая красота, просто вид из окна у Светы прямо на церковь. Вот так идет. Так что точно, очень-очень похоже. Снегири супер. Ну, открытку я потом прочитаю. Спасибо, Светочка. А это шоколад, который мы отняли у Маши после того, как она распечатала. Вот такой шоколад. Киндер шоколадки. Вот что спасли. Нет, это еще не все, но вот часть, которая в таком виде. Вот. Это Мария нашкодила. Дальше. Ага, это бумажка от шоколадки. Вот. Сумочка внутри. Давайте карманы проверим. Один карман. Вот здесь вот такие маленькие кармашки. Сюда можно спицы, крючки вставлять. Такие вот, которые длинные, чулочные, например. Спицы или просто крючки. И два кармана побольше. Четыре кармана получается, да? Так, все, кармашков больше нет. И еще я знаю, что здесь должны быть такие маркеры. Маркеры с совушками. Так как я люблю совушек, на той сумочке у меня тоже были маркеры с совушками, которыми я уже пользуюсь вовсю. И вот у меня еще два маркера с совушками. Спасибо большое, Светочка. Так, сейчас я покажу тех совушек. Вот они. Они у меня в работе. Четыре. Вот здесь две и еще две. В общем, четыре совушки у меня теперь есть. Это как раз мне сейчас хватит на платок, который я вяжу. Ну, вот я потом покажу. Вот. Огромное, огромное. Огромное спасибо, Свет. Кроме этого, Света подарила моим внукам игрушки. Машке сапожки классные, в которых она оделась и пошла. И снимать их не захотела. Ходила тут, дефилировала по комнате. Но это я уже не буду вам показывать, потому что детей я не могу показывать в кадре. Самое интересное было, когда они распаковывали эту посылку сами лично. Но это я Свете показала. Я думаю, что
Ну, что могла, то спасла. Вот. Классная сумочка от Светы. И вообще подарки. Вот и крем, и открытка, и шампунь, и еще куча. Я говорила, что я попросила пряжу мне не присылать. Девочки сделали, и молодцы, и правильно сделали. Потому что кошки скребут, они мне уже присылали пряжу. А у меня кошки скребут на душе, что я не вяжу, лежит эта пряжа, и надо ее вязать, просто вязать. Поэтому все это пригодится, все это уйдет быстро. А пряжу надо начинать вязать, что я надеюсь, с Нового года что-нибудь уже начну для себя вязать. Может быть. Вот. Девочки, спасибо вам огромное за ваши подарки. Вот положу я Цветы и от Ани подарки. Вот так вот. Спасибо вам огромное за подарки. Я вас люблю. Обнимаю. Да, и желаю вам, конечно, конечно, в Новом году желаю тоже всего самого-самого хорошего. Вот, конечно, того, чего вы себе сами хотите. И пусть оно будет больше. Здоровья. Здоровья вам, здоровья вашим детям, здоровья вам, вашим самым близким и родным. И пускай даже семьи ваших друзей, никто из ваших знакомых, никто, ни от кого из них не придут к вам плохие вести. Пусть только хорошее будет в Новом году. Будем надеяться, что Новый год принесет нам только хорошее. Вот. Спасибо вам огромное. Вы согрели сегодня меня. Я надеюсь, что кидай добро в воду, оно к тебе вернется. Так оно и будет в этом мире и в этой жизни. А вы это делаете с удовольствием. Спасибо, девочки. Ваши подарки продуманные и с душой, и от души. Огромное вам спасибо. Греют меня. Спасибо. И всем пока-пока. До новых встреч в новых видео.